Так, ну чё, ребятушки, всем привет. С вами Наматиус. И сегодня мы продолжим, наконец-то, нашу эпическую прокачку Приора. Первый раз захожу в ФХ за неделю, а то и чуть больше. Видел сегодня у ребят на стриме, у знакомых. Новогодний ивент запустили. Все очень красивенько. О, вот, да. Пора для леденящего ветра. Хо-хо-хо. Вас ждет самое холодное событие. Участвуйте в особом событии, получите эксклюзивные награды, доступные в течение ограниченного времени. Оружие, анимации, детали для шлема, доспехи и многое другое. С 17 декабря по 7 января. Подробности на сайте forhonorgame.com. Так. Намекает, что Костян в сети. У Костяна ФХ нету. Так. Давайте глянем. Так, нам ничего с Приора делать не надо. Все у нас с ней нормально. Ну, погнали сразу в сетевуху. Будем... Победа самураев. Только я поменял фракцию с рыцарей на самураев. Точнее, самураев на рыцарей. Самураи наконец-то победили, но печально, как обычно, в общем. Нам с этим вообще не везет. Так. Давайте выберем ивент. Давайте. Приказы. Дейлики нормальные. Так, нет. Давайте знаменитость возьмем. Откажемся от вот этих двух. А что у нас тут? Совершить серию из пяти. Давайте тоже поменяем уже. Добивающие удары возьмем. Что не так? А, да. Берем добивающие удары и берем. Совершенно добивающие удары 4. Смертельная схватка. Гибрид. И давайте дуэль возьмем. Мало ли, может, подвернется нам возможность подуэлиться немного. Глянем. Так. Окей. Давайте посмотрим, что у нас на данный момент с дуэлями. Ну, как обычно, да. Низкая активность. Ничего не меняется. Штормы средняя. Ну и битва, как обычно, активная. Ну, у нас вариантов немного. Поэтому погнали. Как есть. Что-то у нас везде светится. Давайте пока поковыряемся по менюшке. Хотя могли бы и кое-чем полезным заняться. Посмотреть еще раз приемы на Приоре. Так как тренили мы давно, играли мы тоже очень давно. Ну да, не успеем. Ну ладно, сейчас походу будем вспоминать. Боже, это рождественская музыка везде. Забавно. Фу, какое у нас пати. Ноль, девять, два. А че там, я не понял. Че я с ней наделал такого? Почему у нас нету перка? Непорядок. Че-то я напереодевал, судя по всему. А может, конечно, что-то напатчили. Ой. Ужас, это насморк. Вроде не простывал, но заложен. Ой.
приказ. У нас еще дисконнект на одного. Ха-ха-ха-ха. Игра про баланс. Да, прекрасно. Ладно, погнали. Чем будем что-то пытаться делать? Боже, как я давно не играл. Я даже не помню, что нажимать надо. Жесть. Давай-ка вырежем мобов. Быстро. Господи! Грёбаные олени. Пошли вон. Выглядит это, конечно, круто, но когда они толпой тебя забивают, не очень приятно. Так, что тут у нас? Сейчас толкаться будет. Ух ты, ша. Не успел, не успел. Опять не успел. Опять не успел. Что-то бред какой-то. Вроде приняли, а что-то все же приняли, все как-то под хвост. А я, наверное, не ту кнопку нажимал. Ладно, посмотрим потом в обучении. Ну, в приемах посмотрим потом, как там делается этот переброс через себя. В общем, мне что-то казалось, что через стойку и гайд. Оп. Минус. Так, давайте отойдем чуть-чуть. Боже мой, опять они тут оралы своей больной. Господи, что происходит? Боже мой. Опа. Здравствуйте. Не успеваю. И опять не успел. Сейчас, ребят, мы чуть разыграемся. Извиняйте. Надо было, наверное, все-таки сначала разыграть одну-две партии, чтобы руки-то хоть что-то вспомнили. А потом включать стрим, то уровень нелепости. Хотя мы-то, в принципе, в целом пропагандируем то, что в любую игру надо играть при любом скилле, поэтому... Просто я чуть сомневаюсь, что вам очень весело смотреть, как я просто безбожно сливаю. До свидания. Ты посмотри, что творят. Да ну... Конечно. Вам даже это не поможет. Да-да-да. Я же сказал, до свидания. Ну, мы уже... Мы тут-то очевидно, что мы отъехали, но мы себе хотя бы очей поднаберем немного. Сейчас захилимся. Там дурачок не отстреливает, что происходит. Вот так. Давайте вот так еще сделаем. Подбафнемся, еще зачистить успеем. Сейчас еще, глядишь, отыграемся. Надо в стойку встать, отхилиться. Ай-яй-яй. Давайте хилимся, бегом. Надо отойти отсюда, там бегут. Сзади нет. И спереди нет. Сейчас там чувак, который... Ай-яй-яй. Но нет, но я же не менял стойку. Ну почему? Смотрите, я зашел последним из всех, и 300 очей уже нафармил. Ну вот, да. А, там уже два бота. Все понятно. Не мудрено. Не, ну извините, когда у них там кто. Я не помню, йогурт, вроде у них 170 плюс, а этом гаун. Просто прекрасно запрыгивает такую игру. У нас
два или три нулевых, и там головы такие ребятушки со старта ворвались поиграть. И я со своим 22-м. Охренительная веселая игра должна была быть. Ой, нам там, походу, новогодняя эмоция выпала. Да, угадал, не угадал. И чест выполнил лекарство. Да, на йогурт. Волшебство зимы. Так. Раскидываем войска. И куда? Минус 4, минус 3. Вообще без разницы. Давайте. Будем топить. Ох, там печаль по всем фронтам. Так, нет, карте мира. Я не буду с ними играть больше. Спасибо, не надо. Так, давайте параллельно глянем, что там мы начудили такое. С перком. Куда перк делся? А, 590, у меня просто какая-то шмотинка недокачана, да? Класс. Еще из игры выкинул, из поиска, точнее. По 100-100, да, вот здесь можно улучшить лекарство. Можно даже до сотки сразу поднять. Да, вот так, все. Мы будем знать, что мы еще в двух шмотках можем апнуть потом, когда выпадет то, что нам надо. Это нам дропнулся чест. Ага, это мусор, это мусор. Хотя, вот это может и не мусор. Мы посмотрим, вот это точно мусор. Так, да, разбираем. Шлем, наручи. 100-100, это то же самое, что и у нас. Разбираем. Так. Меч чисто в хп, а у нас сейчас лезвие вообще не стоит, да? Типа 150 стоит. Да, в принципе, мы можем любое кинуть. Хотя бы ради красоты. Клинок отречия, клинок мятежа, изменника. Давайте такой побрутальнее выберем. Оставшихся два можно разобрать, в принципе. Хотя, нет, давайте не так сделаем. Давайте вот этот выберем, так как он все-таки самый апнутый, нас какая-то больше интересует. Те два разберем. Хорошо. Щиты. Щит с кошкой в минус. Тут 100-100, этот. Так, ну вот так. Тоже мусор, поэтому выбрасываем. Давайте вернем наш поиск игры. Ой-ой-ой, сюжетку запрыгнули. Ледяные бойцы. Игрок-игрок. Интересно. Давайте посмотрим. Высокая активность. Какой-то режим подвезли. На Рождество. Типа дуэль на льду со скольжениями. Интересно, будет ли он засчитываться в дуэли. Список приемов. Так. Где у нас эта штука? Новый том. Контратака Бастион. Что-то значит, походу, я с таймингами просчитывался, видимо. Что перекидывать-то? А, это еще 2 на 2. Это не дуэль. Все, я понял. Давайте посмотрим.
Да, надо будет еще потом step verification сделать. Так, чтобы это получить нам еще на 7 дней. Как это называется? Статус легенды, в общем. Заодно и косметическую шмотку можно получить на шлем. Надо будет подвязать. Хотя у меня вроде подвязан от Юбика Step Verification на аутентификатор. Я подвязывал еще когда-то в каком-то дивижене еще на компе еще лет сколько? Года 3 назад. 2. Надо проверить. А, вот оно что. Понятно. Я понял. Ух, да, да, я понял. Оп-оп-оп. Так, 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 так. Мне это не нравится. Ага. Все, понял. Я не успел понять, где какой лед должен раскрошиться. Все, я понял, я понял. Оп, минус. Понимаю. Ну, мы сейчас второй раз так. Не отлетим уже. Я не сразу понял, как опознать, где что крошится. Погнали. Ты посмотри, он реально может до бесконечности тянуть или что? Вы считаете, Юби, вы считаете, что это нормальная механика, да? Когда персонаж тебя может через всю карту тащить. Оп. Бедняга, без стамина. Сейчас, да. Ну, понятно. Наш факап отчасти. Оба. А чё это за не бага фича только что был? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да ну как, блин, ну ребята, ну это ненормально. Это в нормальных играх это называется текстурными дырками, как по мне. Я упал на пол и типа якобы соскользнул, короче, в воду. Ересь. Ну чувак вообще психнул, вышел. Да, 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 да. Я понимаю. Ну, сейчас бот пельмени раздаст. Не? Не. Сверх, как-то неожиданно вообще все это. Конечно, весело, задорно, но выглядит очень странно. О, боже, это еще игра из 9 раундов. Оп, здравствуйте. Поехали. Поехали. О-о-о, началось. Сейчас щемить будут. Ну да, понятно. Черти. Можно было впятером, они впятером на меня напали. Как-то чересчур агрессивно отыграли. Фу вообще. Фу такими быть, фу такими играть. Да, добычи не найдено. Приказы выполнены. Ну ладно. Не знаю какие, конечно, но... Сыграть две игры, походу. Так. Что-то вообще везде сливаемость. Очень безбожно. Давайте сюда поставим. Погнали. Так, так, так. Нет, мы это играть больше не будем. Дуэли там все, все плохо. Ну, погнали в битву. Такой режим на любителя. Я и двойками не особо люблю играть, в принципе. Я бы дуэли погонял. Дуэли — отличный способ покачать, потренировать свой скилл игры персонажем. Как по мне, прям лучше. Я вообще как бы игру изначально, когда покупал, вот
Совсем-совсем. Я смотрел буквально один или два видео, или даже не видео, а стримы, если не ошибаюсь, смотрел. И там как раз ребята дуэлились. Ну, то есть там стрим был построен на дуэлях. Я так понимаю, что я не берусь утверждать. Я в игре недавно совсем. Но у меня было подозрение, что на тот момент, когда игра только релизилась, в нем, походу, особо большое количество режимов не было. Вот. Я не помню и не знаю, не хочу голословить сильно, но мне кажется, тогда то ли штурма, то ли битвы не было, ну, захвата территорий. Вот, и был, типа, дуэль, и еще один режим какой-то, и в дуэлях тогда часто играли, очень часто, причем и рейтинги, и вообще все, что только можно. Ну, то есть в этом и смысла было немало, и выглядело это довольно интересно. Вот, и я же говорю, вот я посмотрел, думаю, блин, круто вообще. Вот, а на пеку почему-то я не решился ее купить тогда. Вот, решил, думаю, блин, было бы круто на консоли мне попробовать. Вот, и спустя вот какое-то время там я купил консоль, вспомнил про ФХ и приобрел. Вот. Но она мне показалась в сюжетке, она мне показалась просто несоизмеримо сложной, просто вот до ужаса. Но там была фича в том, что надо было сначала, как помню, все-таки тренировку пройти. Обучение. Как они там называются? Обучение крестоносца и обучение... Я не помню уже. Без рейтинга. Посмотрим. Потом, в общем, надо было сначала обучение пройти адекватно, а потом уже идти в сюжетку. Потому что когда ты запрыгиваешь в сюжетку изначально, вот, ну, как бы, как отчасти люди привыкли делать, да? То есть у тебя, ты когда заходишь в игру, если в ней есть сетевой мультиплеер в любой его ипостаси, и есть сюжетный режим, ты изначально проходишь сюжетный режим. Потому что, ну, как бы, во многих играх задумано так, что в сюжетку, когда ты запрыгиваешь, у тебя или дается возможность пройти обучение или скипнуть, или изначально ты как бы проходишь обучение, да, то есть, ну, особенно раньше во многих старых играх это было в виде того, что ты, типа, появляешься в игре, и тебе сначала пишут там «осмотритесь», и написано, вот, в Overwatch до сих пор это так работает, когда первый раз запускаешь игру, у тебя идет сразу треша, и на треше идет, типа, покрутите камерой вверх, вниз, справа, влево, потом типа VSID или там стиком вперед, назад, вправо, влево. Вот. А потом же все остальное. Там стрельба, перекат. Ну, господи, перекаты. Перекаты, уклонения. Вот. То есть, и во многих других играх, собственно, так же. Я как бы по незнанию, неумению, непониманию, господи, тут они же, господи, идите обратно в тот режим. Вордпад и Дампиус. Я так понимаю, что не в пате. Вот. От незнания прыгаешь сразу в сюжетку, в надежде, что там ты поймешь основы игры. И там ты как бы, в принципе, отчасти понимаешь, потому что тебе дают... А, не, все нормально. Да, был очередной баг. Вот. Как бы начинаешь понимать, как это работает, но немножечко все-таки есть свое но. Оно заключается в том, что в сюжетке тебе дают поиграть только за персонажа первого сезона. За всех вроде как, то есть у тебя там три фракции, три, не четыре, опять же таки. В игре у нас четыре игровых фракции уже. В сюжете дают поиграть за три. За самураев, за рыцарей и за викингов. Вот. И там же, собственно, тебе в разных миссиях дают поиграть за разных представителей той или иной фракции. Вот. То есть за все классы, по сути, которые есть, за все классы, за все персонажи. Вот. Первого сезона. И все бы ничего, и там даже, в принципе, в сюжете, там перед тем, как ты начинаешь прям ожесточенно кого-то гасить, тебе перед этим как бы пишет подсказочку, что тебе надо нажать, там комбинацию кнопок, вот эти вот все фичи. Вот, но только как-то, когда идет уже динамическая игра, ты не сильно разбираешься в этом, то есть у тебя нет такого, что вот
ты там пытаешься отточить этот прием, да, или еще что-то, там у тебя больше горит, вот ты не успеваешь, допустим, тебе надо там, вот как вот то, что я сейчас буду пробовать опять делать, это через стойку защитника, ну, конкретно в случае с приором, через стойку перекинуть через себя, ну, то есть это, как это правильно называется, не знаю, парирование через стойку, грубо говоря, контратака даже через стойку, вот. И там у тебя горит еще как бы еще больше у тебя горит от того, что это тренировка, ну как бы это сюжетная игра с ботами, то есть ты ботом сливаешь. Вот. Поэтому тем, кто хочет сверхострых ощущений, да, можете поиграть в Souls-like режим, это ФХ с уровнем сложности, сюжетной части, составляющей ФХ с уровнем сложности реализма, он вроде называется. Вот, и можете пригорнуть немного от этого. Вот, а можете пройти сначала, как адекватные люди, по-правильному. Надо будет еще гайд по этому поводу запилить, наверное, я не знаю. Мало, конечно, людей будут интересоваться этим в целом. Но... Снеговики против оленей. Это мило. И снег идет. Неплохо. Вот, но, в принципе, я думаю, гайд можно было бы выкатить, как правильно начать играть это все. Потому что, в принципе, не лишено смысла, это раз. Вот, и... Опа, бегает он. Да, догоняй, догоняй. Догонит, не догонит, я даже не знаю, кто там за мной гонится. Разворачиваемся. Это бот. Драться с ботом неинтересно. Погнали. Давайте. Откидываем его. Не успел ярость включить. Твои проблемы. Так, пошли дальше. Так, ладно, они тут справятся. Пойдем на Си. Бум. Ага. Здравствуйте. А, это бот, понятно. Вот с ним можем, кстати, потренировать стойку. Не получилось. Оп, есть. Ну, нормально все. Значит, я с таймингами просчитывался. Так, пойдемте зачищать. Куда он полез? Куда? Все разбегаются. Что это такое? Серию мне испортили. До свидания. Что-то прям слишком просто. По-быстрому разберем вот это вот псевдоподкрепление, чтобы оно нам там точку подольше подержало. И погнали на C, A, на A, наверное. Да, на A. Тардам, 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 там, там. Понятно. Захватил я, да. Ну, погнали тогда дальше. Тогда на C надо было, я просчитался. И биван опять. Ну, что ж такое? А, понятно, там типа зачищают. Здравствуйте. Да ну вы чё? Ребята, это что такое? Чё, у нас типа пока стамины нет, мы в стойку встать не можем? Где бот делся? А, кто-то зашел. А, свежая кровь. Свежая кровь. Понятно. Так. Си захвачено. Надо бы, наверное, похилиться. Но вот что-то возможности такой особо нету. Ага.
Ага. О, началось. Да переключись ты между целями, а? Ну, конечно, я пока переключался. Я же говорю, это дубовенький немного еще. Не это. Не могу разыграться. Ну, что-то у нас и счет какой-то печальный. Потому что по точкам не бегаю. И в принципе только дефул Б и пару раз дефул А. Б и А. Вот так вот. Лингвистика. Ой, блин. Господи, что ты там его мурыжишь так долго? Это что такое? Это как это он мне стамину спалил разом? Короче, пацаны. Двоих вас тут, мне кажется, с головой. Оба. Поглядите, мстить, мстить. Пришел. Чисто через ГБ нас разобрал. Хорош, спел. А чё он-то не понял? Он убежал. Я понял, ладно, я понял. У нас тут не спрыгнут? Нет. Можем успеть. Нет, нет. Твои вот эти приколюхи с рейтами не прокатят. Мы еще захилимся через тебя. И точку пойдем захватим, пока второй дерется. Можно, конечно, спрыгнуть, помочь ему. Давайте так и сделаем. Нет? Не сделаем. До свидания. Смотри. Это что такое? Посмотрите, что она творит. Не успел. Я думал, что да, это успеет пройти, тогда бы серию сделал, добил бы ее. Вернулся бы на точку, захилился. О, да. Тактика из меня так себе. Но она сейчас эту разберет. Она что там дико тащит? Это тот, кто запрыгнул недавно. Что ли? Слушайте, надо поднапрячься. Они сейчас еще катку втащат. Фу, как-то. Давайте пойдем и заберем обратно и будем, наверное, ее уже дефать стоять в контесте дальше. Ну, дальность атаки у нее, конечно, да. Она за счет этого вывозит. Боже, вот это комбы какие-то нереальные. Да стой, да я... Вот и что мне теперь делать? Боже мой, ублюдочный тиммейт. Отвратительно. Уйди отсюда, пожалуйста, иди на другую точку какую-нибудь, уйди. Иди вон отсюда, кыш. Вон там B есть, C есть, иди. Вон да, умри он гладиатору еще раз. Что ж такое? Отойти мне не дал. А? Засранец. Да нет, а почему так не вовремя? Блин. Что это было только что? Боже, какой ужас. Слили так по-тупому. Ох, эти орочи ваши.
Короче, короче. Захватите Си, пожалуйста, кто-то. Я попробую отбить Эй. О, тем более у нас тут враг хороший. Вот это она, конечно, глупо поступила, как по мне. Сбить мне всю стамину, а потом просто пойти драться со вторым. Ну я ж тебя отомщу сейчас за это. Давай, 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 давай. Хорош. Есть. Ай-яй-яй. А чё это за дальность такая, я не понял. Ясно, понимаю. О, да. Это прям очень печально. Прям аж фу. Что-то я аж расстроился после... О, гравировка тут появилась. Эйфория. Шлем на лекарство Бастион. У меня такой же вроде, да? Зачинщица, успехи, подручная зима. Разобрать. Сразу мусор. Ну давайте, ладно, прожмем готовность. Да. Стоп. Ладно. Накликал вот это вот. Ну мы хоть перк себе вернули, хотя это радует. Это как-то приор без перков. Вообще что-то не очень. Там бы еще бастион взять, но... Ничего, это будет не скоро с тем, как мы прокачиваемся. Боже, я надеюсь, нам доберет еще одного в пати, хотя бы. Потому что три... Три с половиной в четыре играть. У них там еще один такой более-менее серьезный парень. Все остальные новички. Один прям неприятный молодой человек. Газмо. 147. Уровень навыков немного выше, чем у врага врагов. И такой же, как у союзника союзников. Обожаю это объяснение. Л. Локализация. Врага врагов. Союзника союзников. Снеговик, живи. А мы за японских оленей, по идее, не за снеговиков. Самурайские олени прибежали в помощь мне. Та же карта. Ладно, погнали. Они прям решили прям совсем переигровку запустить, да? Что мы теперь с другой стороны выходит. Ладно. Ты чё творишь? Ты чё?
Разошелся, ты посмотри на него. Жесть, ненавижу Центуриона. Я не был готов к такому. Фу, таким быть. Отвратительно. Хочу еще раз с ним встретиться. Дайте мне того молодого человека. Я сейчас с ним подерусь. Вон он, да? Да, но его там больше сольет, походу. Парень, я понимаю, что это не в счет, но... Сейчас он... Ага, он не успел даже рейдж включить, его бот запинал. Какой-то бот брутальный. Бот его запинал, а у меня не вышло. Где там товарищ? Вон он. С ним двое дерутся. Давайте тогда отобьем здесь по-быстрому. Чему вы тут радуетесь? Сборище китайской версии Олафа. Так, погнали на Эй, бегом. Но там что, какой-то замес. А, там Си надо было стоять деф и дальше. Чё вы тут живые, пацаны? Чё так долго? Опа! О, ну да. Конечно, кто-то же должен был испортить. Еще и сзади надо было добить меня своему же. Отличная идея. И на Центуриона вдвоем тоже напасть была отличная идея. Ох. Как это печально. Опа. О, какие люди. Дай мне в стойку войти, ты чё? Я тебя хочу перекинуть. Я просто опять наполучал. Надо запрыгнуть в обучалку против Центуриона. Тренировку, поставить его на максимальный уровень сложности. И поконтеститься с Центурионом в треше. Бо он прям очень неприятный. Я за любого персонажа против Центуриона. Ну как? Там еще почти нет проблем. О, еще одна. Оба. Чё? А почему? Почему это так сработало? У нее дальность слишком большая. Там прошло парирование через стойку. Но я ее не перекинул. У меня появились вопросы, господа. Походу, персонаж с слишком большой дальностью атаки для приора. Ну, я тупанул, надо было тогда спамить, полить ей стамину. И потом добивать ее. Она, походу, сейчас хилится на Эй. Или они ее там забивают. Да. Давайте отбиваем точку обратно. И, наверное, будем стоять дефти. Я думаю. О, бежит. Я думал, это мой Центурион бежит, а это... Чё вы сюда пришли? Идите дальше, деритесь. Я буду дефать. Кыш. Бегом отсюда. Вон там 2 на 2, можете подраться как раз. А я подожду, пока вестница Центурион придет мне мстить. Эх.
Опа. Вон он. Вон он. Вон он. До свидания. У нас получилось. Что творит? Здравствуйте. ГБ он хочет мне дать. До свидания. Больше такого не будет. О, еще одна. Пришли тут контеститься с нами. Посмотри на них. Моя точка. Никому не отдам. Начнем карать их сейчас. Оба. Пришел опять. Ну ты посмотри на него. Он же неугомонный. Давай, будем резаться. Посмотрим, кто больше живет. Пошел отсюда. Куда ты побежал? Я тебя что, отпускал? Но я же там... Ну что это такое? Там должен был пройти блок. Как это сработало? Сейчас я охоту на этого центуриона устрою, как он меня выбесил уже. Пойдемте си по ДФМ. Начинает надоедать эта точка наверху. Снизу будет интереснее. Во-первых, захватим, а во-вторых, мне кажется, центурион чаще бывает. Понятно, я перестал дефать, они потеряли ей. Ну да. Все логично. Более чем. Угу. Погнали. Уничтожать. Они все тут, да? Отлично. Сударь, я пришел. До свидания. Ровно такое же проявление чести, как и в мою сторону от моих врагов. Не успел. Куда ты собрался? Я тебя что, отпускал? Минус два. Давайте ищем остатки роскоши. Я пока си заберу. Захилю заодно. Давайте станем стойку, чтобы быстрее злиться. Побежим мстить. Давай, хватит этого. А, ну мы даже дохилиться успели. Живи, 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 живи. А, у них 2 на 2 ПВП. Фактически. Все, отлично. Ну, как-то так. Более-менее, с горем пополам. 9 убийств, 5 смертей, уже чуть получше. Предыдущие игры. Как по мне, мы со своей миссией начали справляться понемногу. На третьем месте, по общему счету, получаемся. Плохо. Было лучше. Приказы выполнены. Спасибо, 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 спасибо. Ага, угу. О, настроение волшебства зимы, надо... активнуть. Это надо разобрать сразу. И близко не надо особо. Распределение войск. Так. Атака. Погнали. Так. Я забыл готовность прожать.
Ну, здесь они карту поменяли. Как бы как-то уже что-то не весело вообще на ней играть. Так, давайте посмотрим, где у нас тут. Сейчас. Вот тут, да, у нас получится эйфория. Временная синяя так для всех союзников поблизости. Не, нам щит. Мне пока, в принципе, мои скиллы устраивают. Надо докачать уже шмотки, ладно, не знаю, возьмем ли мы второй перк, надо хотя бы до синего выкачать их сейчас все. Потом уже смотреть. Как раз начнет падать бастион, да, вроде? Это синий перк у нас. И там уже и разнообразие вещей посыпется с другими перками. Ой, не самая моя любимая. А, не, хотя эта карта неплохая. Другая была какая-то, которая меня раздражает очень. Опять Центурион. Ладно, как раз научимся с ним драться. 0-0-0, 0-12, 9-3. Я понял. Но зато у него третий уровень престижа, у меня второй. У Центуриона, то есть он Центуриона только начал качать, как и, почти как и априора. У него больше персов подвыкаченных, чем у меня. Ну или у него один выкачан, не знаю. Там он же суммирует уровень престижа от всех персонажей. Вот, у меня пати совсем никакое. Там нулевые все. У них вон 0, 4, 7, 3. Ну, то есть типа у них суммарный уровень престижа выше. То есть это как минимум скилл людей повыше, чем в моей команде. Но, тем не менее, мы неплохо так их наразваляли, на удивление. Причем я даже не на первом месте был. То есть у нас есть там какие-то ребята, которые неплохо шашками там машут. Эти снеговики я не могу, боже. Это круто. С вениками, блин. Почему у них щиты, а не совки? Это было бы классно, если они бегали с такими большими совками, которые надевали на руку и вениками. Ну, это как бы не совсем веник, это метелка скорее, но, блин. Ой, мы неправильно разбежались. Ой, как глупо получилось. Да. И мы уже контестим, да? Надеюсь. Я уступаю вам такую возможность. Пойду сразу на Би. Там встречу. Хотя там сейчас меня отстреливать будут еще сверху. Ой, здравствуйте. Ой, сейчас там увидят, скажут. Фу. Негодяй. Лейтами заспамил. Сорян, я на автомате вообще. Это у меня уже после Сиджа начинается выжить любой ценой. Делаем все, что угодно, бы не умереть. Я что-то со страху. Лейты попрожимал. Нет, чтобы хотя бы как-то по красоте. Че, драться будешь? Центурион? Ой-ой-ой, я стамину потерял. Ой, меня. Ой, он меня сейчас добьет. Вот он с ГБ. Да, красавчик. Ой, блин, какой же я дурак. Зачем я это сделал? Надо было уже в крайнем случае еще раз в сторону вернуться, и тогда я бы его добил. Боже мой. Почему так грустно, ну? Так, они тоже типа умные, да? Они тоже дефать решили. Что-то поняли, ребята. Не-не-не-не-не-не-не, ну отдай мне, ну пожалуйста. Ну блин. Я хотел. Ладно. А, там 2 на 2, все нормально. Молодочек. Не хотите отойти от турели? Хорош.
Блин. Я же не видел, какое там расстояние, ну. Они еще и оба. Надо, походу, когда дерешься, включать режим Mortal Kombat, разворачивать боком вообще картинку, потому что тогда я буду видеть разницу в дальности между мной и врагом. Потому что только что мы слили просто по такой нелепости. Увидел, убежал, ну их нахер. Собаки озлобленные. Мы тут точку контестить будем, если ты драться не будешь. Оп, хорошо. А можно я тоже? Немножечко. У меня с тобой счеты остались. Да ну не лезь ты! Боже, Патороч. Просто повезло. Оп. Рыцарь что-то понял. Так. Давайте немножко постреляем, наверное. А, стрелять не в кого. Неудобно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. До свидания. А чё это? Что происходит вообще? Что это за два бага подряд было интересно? Ясно. Просто тупо два бага подряд. У меня проходит атака. Полностью проходит анимация атаки, но при этом ему не наносится урон, и он ее перебивает. Вот это интересно. Так, Центурион. Я хочу еще. Надо его найти. Он на Эй оставался, надо на Эй бежать. Так, эй, эй, моя. Боже мой. Идите на Би и на Си. Я на Эй пойду. А, тут 2 на 2 будет. Хорошо. Не-не-не, я к Центуриону. А, это не Центурион тоже. А почему? А, Центурион, все нормально. Вот опять, вот то же самое. Есть. Передамажили. Ух ты! Что это такое? Ну, он тоже там ничего не сделает, судя по всему. Мне так кажется. Надо начинать точки захватывать, потому что сейчас пролетим как фанера над Парижем. На... Да, пойдем на Си, наверное, там на Эй побежали, и на Би уже стоят месяцы, соответственно, там не проблема будет ему сдвинуться, помочь, если что. А точки надо захватить. Вот мы это захватили, и сейчас надо или удержать ее, или перехватить. Куда они разбежались? Кто видел, куда они разбежались? Вот один. Угу. Давайте отойдем немного. Куда ты бежишь? Сейчас на рекорд пойдем. У меня рекорд был 25 вроде. Yeah. Не успел. Если бы кое-кто мне тут не помогал. Опять. Ты опять тут. Ярость накопит, даже не будет знать, как ее включить, судя по всему. Да, она не выкупает, я понял. Ну все, он добил. Ай-яй-яй, сейчас меня тут добьют еще.
Так. Погнали на A. Где лестница? Вот, нашел. Сейчас захватим быстро A. И если у нас команда не дурачков, кто-то додумается пойти задефать. Тихо, я постою. Захватим зону. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да! Боже мой, отлично. Сразу бежим мстить за такую глупость. Чувак, ты допустил максимальную оплошность только что. Я, конечно, тоже что-то немножко не туда вышел. Но он сзади бегут уже. Ресай, 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 бегом. Сейчас Центурион нас опять законтестит. Он еще и не сам. Не успеть, тупые крипы, господи, горены все синим пламенем. О, боже мой, ненавижу просто. Я из-за того, что меня ударил крип, я не успел ярость прожать. Так. Я на Си. Надо забрать у них Си срочно и... Там же наказать того, кто там будет, чтобы он не резнулся прям. Бля, так тупо получилось. Оп! Бля. Ты уверен, что ты хочешь так делать? Где наш сей... Боже мой, какой дебил просто развернулся и ушел. Красавчик. Бежали вместе, он развернулся и свалил молотком. Мы сейчас просто на его факапе вот этом вот отлетим. Ой. Сегодня стрим по горению. Ну и все, да. Даже если они сейчас все отобьют. Ну, мы отъехали. Что у нас происходит? Где он там? Ух ты шо. А Центурион типа хочет честно победить, а нет. Если уж он не будет ярость включать. Ну, понятно. Красиво. Отдыхает, лежит. Зимний загар. Ох, печаль, печаль. О, щит. Рождественский. Отлично. И мы получили на приора наконец-то. Репутация 1, уровень 2. Сейчас, наверное, поиск отменим. Войска распределим. И поиск, наверное, отменим. На защиту любом. Посмотрим, что там нам по вещам попадало. Может, что-то вкусное будет. Заодно раскраски посмотрим, что покрасив приора наконец-то. Так, шлем. Шлем с бастионом. Отлично, это то, чего мы ждали. Выбрать. И топим сразу бастион максимум. Нам, конечно, все равно этого не хватит. Нам надо будет еще один минимум. Еще одна вещь минимум. На бастион. Так. И у нас 500-540. Отлично. И наручи. А у нас сейчас 100-100. И выпали нам тоже 100-100. Печально. Толку от этих наручей немного. Ничего же не дадут нам. В смысле. Мусорные наручи. Мы как раз втратились много, надо их распилить. А чё по счету?
Это у нас 100-100. А, ну тут понятно. Зато он красивенький. Раскраска нормальная, если надеть. Так, значит, вот это и вот это мы отправляем в мусор. А вот бастион он ли нам может понадобиться? Потом смотрим. Рукояти у нас. А, вот наша рукоять. Давайте через нее прокачаем. Вернем перк себе. Угу. Давайте докачаем уже рукоять, ладно. Бам. Отлично. И оставшиеся две можно разобрать, так как у нас вещей там на чистой. На чистое лекарство много. Так. 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 У нас тут еще лекарства не на максимум вкачано. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Нам открылся первый внешний вид. Этот страшный. Ужасный. И за репутацию. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Так. Вот, да, открылись эти узоры первые, которые психодел. Рождественский хочу. С елочками вот этот. Прям хочу. Красивенький. Так. Символ у нас... раз. Ой, тут еще рождественские символы прикольно есть. Я бы на плащ себе какой-нибудь налепил. Прикольно, красиво. Одобряю. А, гравировка же появилась, да. Которую мы, скорее всего, на щит сейчас скинем. Материал возьмем, цвета. С цветами что беда прям. Вот можем. А, у нас его нет еще тоже. И я покрасился тоже в рождественский. Мне нравится праздничная накидка. Так, что-то мне красный начинает раздражать этот. Давайте его снимем, наверное. Вот во что-нибудь такое, наверное, оденемся. Так, ноги. Анимация ж, да. Ну, это странно выглядит, когда это... На плащ, а не... Ой, на капюшон, а не на шлем. Вне боя. Давайте вот вне боя и на бой добавим. Пусть будут. Вот это круче. Вот это хочу. На игры хочу. И на этот хочу. Да мне вообще это нравится больше. Оба варианта. Отлично выглядит. Но красиво. Странно, но красиво. А, мы щит хотели, да, перекрасить. Давайте. Это у нас левая рука. И это у нас гравировка. Вот так. Будет так. Отлично. А как у нас там обстоят дела
Еще меня интересует с прокачкой шестой. Щит шестой. Шестой. Лезвие у нас третьего уровня. Надо вкачивать. Надо вкачивать. Чтобы наконец-то начать поднимать вещи синие. То мы так никогда не доберемся до них. Шестой. Так, шестой. Часть пятой. Улучшаем. Ура. Все, отлично. Отлично. Погнали. Что у нас на сегодня осталось? Добивающих ударов 10. И да, дуэли, которые мы не сделаем. А что мы можем сделать? Можем ли мы что-то еще сделать? Самураев не хочу. Добивающие удары смертельной схватки. 24 убийства за гибрида. Но нет, так нет. Добивающие удары сделаем тогда. Дуэли, да, дуэли не работают. Ну, погнали в битву. Непонятно, почему дуэли не работают. Обидно очень. Не нравится людям дуэлиться на Xbox почему-то. Надо, кстати, у ребят на плойке спросить, как у них активность по дуэлям. Но у них вообще со всеми активностями там намного лучше. Здесь, я так понимаю, у меня еще проблема из-за того, что параллельно, как бы, из-за того, что мне все-таки пытается доискивать чуть более сбалансированные игры. То есть, мне кажется, если я прилично так подразгоню уровень, то по большому счету проще будет игру искать, я думаю. Но я не уверен. Вот пока у нас в дуэлях тащит Арамус, потому что почему-то именно за Арамусом мы умудрились попасть вообще в дуэли. Вот. И бойня и захват Конг, так как в принципе мы за него играли много. Мы еще не наиграли, наверное, столько за Приора, сколько наиграли за Конг, поэтому... Ну, еще статистика улучшаться начала вроде. Победы, поражения. Что там проголосовать дадут? А все те же люди, кстати, в игре. А, я понял, да, это опять загугало. Ну и ладно. Все. Ну ладно. Музыкальная пауза закончена. О как. О, какое у нас пати интересное. Так себе, конечно, отчасти, но... Смотрим, главное, что у них центурионов нету. И баланс опять нету. В нашу сторону, конечно, но все равно нету. Зато он у нас у... Орочи получается, да, два перка. Неплохо. Хотя что, у нас команда неплохая, два убийцы, авангард и танк. А у них... Понятно, у них два викинга, убийца и это, как она там, провокаторша. А или это авангард, который обычный, завоеватели, рыцари, не помню, господи, вообще... Две недели. Да, не неделю, мне кажется, две недели мы не играли. Две недели мы не играли, все, вообще повылетало, вообще все из головы.
Вот я бы хотел, чтобы Орочи на их стороне был. Было бы сложнее, конечно, но интереснее. Нет, это рыцарь обычно. Это не затейница. Затейница. Как она называется, прям? Погнали. Так, понятно, все пошли на Си. Туннельное зрение, судя по всему. Куда вижу, туда и бегу. Мы пойдем на Би, наверное, потому что на Эй сейчас все будут. Да, мы захватим Би и будем ее дефать. Угу, он к нам идут уже. Нет, передумал. Че там? Идешь, не идешь? Не понимаю. Сомневается. Ну дай мне... О, короче, все, дерись сам. Не хочешь дать мне подраться? Дерись сам. Сейчас скажет... О, ярость ему накопил. А, он его поджег. Грустно. Ну не лезь, ну я же не лезу. Че ты мешаешь? Ага, он отъехал, я понял. Ресэм. Ага, пришел кто-то, да? Ага, я понял. Давайте в этот раз я хочу подраться. Ярость копится, сейчас включит. Да! Становимся в бастион, хилимся. Ой-ой-ой. Не понял. А с чего это нам не показало, что нас напали? Отлично. 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 Ничего не успел сделать. А, не вряд. Там только что текстурный баг был. Топором и головой. Ничего не успел взять, вообще никак не отреагировал. Ладно, сейчас. Я разыгрываюсь ближе ко второй половине игры почему-то. Старт у меня всегда какой-то тухый. Ну, это уже лучше, чем отдавать ФБ стабильно. Что раньше у нас была тактика какая? Мы бежали на самую дальнюю точку, там стояло трое врагов, мы отдавали по-быстрому ФБ на себя. Вот. И радостно бежали потом уже отыгрывать нормально. Не знаю, почему это так работало. Но это, к сожалению, так работало. И все тут. А сейчас мы, наверное, попробуем постоять здесь подефать. Сейчас эти представители нашей команды разбегутся отсюда. К нам прибежит какой-нибудь этот. Как он у них там называется? Авангард. Бесплатный за викингов. Что там у них происходит? Один там и все? Где все остальные? Два мертвы. Кто-то у нас там карает так. О, понятно. Короче, бесится. Опа, они отъехали. Сейчас пойдет. Оба. Ну что происходит? Здравствуйте. А кто это у нас тут такой без стамины стоит, дерется? Хитрожопик. А? Куда ты побежал? Ты ж со стаминой уже, а я без. Ясно. Понятно. Опять. Что он творит? А я за отсутствие стамины караю. Ясно. Ой, боже мой.
Вот эта вот фишка, стоять убийца издалека, накидывать, пока ты вдвоем вдвоем дерешься, это вообще невероятно. Обожаю. Персонажа крыса должна быть. Боевое погоняло. Как по мне. Давайте викинга карать будем. До свидания. Так, теперь вернемся, С отобьем. Здравствуйте. Кто-то тут у нас. Ну иди. Отлично. Великолепно. Так. Ладно, не будем мешать. Прыгаем на Б. Нет, нет, так не будет. Отлично. До свидания. Отлично. Бастиона, хилимся. Надо. Да кто, ну что, зачем такое делать? И захватили. Чем они там занимаются? Так. Там тут бегал. Где это? Даша путешественница. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ёп. Твою мать. Засмотрелся. В игре просто глазами клипать лишний раз нельзя. Ему не нравится Форонер. У него из него очень горит. На Костю нападают 2-3 человека, и он не знает, что от этого можно получить выгоду. Он, наоборот, думает, что это ужасно, фу, некрасиво, бесчестно, и вообще в такое играть нельзя. Так, где они там? Их же тут арава была. Ага, понятно. Тут дерутся, там дерутся. Да, они ивент запустили новогодний, тут радуюсь так. Снеговики с мётами дерутся против оленей с этими леденцами. Видишь? Я говорю, как это они не додумались снеговикам во вторую руку, помимо метлы, ну, как бы в одной руке метла, да, а во второй сделать совок, а не щит. Это было бы вообще шикарно. Я считаю. Последний где-то остался, что они его никак не ссорят. Туда куда-то побежал. А, не, вон он там же. Чего? Надо словить его. За беспредел мы такую игру будем полгода играть. Ну ладно, 2 минуты. Надо будем зачищать пока. Ой-ой-ой, не успел. Смотри, боже-то. Идиотизм куда происходит. Все, добили, молодцы. Ура! Ура!
Чё нас там по очкам, я не успел посмотреть. Первое место отлично, уже лучше. 7 убийств, 3 смерти, 4 задачи. Уже чуть лучше. Ну, синий чест. Наруч опять на кошку. Отвратительно. Да, уже на бастион падает вещь. Лекарство бастион. Так, это нам... Да что ж такое? Мусор. Я такой заметил, что у нас чувака никнейм Сквидвард. Ух, там 96 это левел, два перка. Причем один получается белый, а второй фиолетовый уже, я так понимаю. Если я не ошибаюсь. Потому что кусь это точно белый перк, это второй белый перк, если не ошибаюсь, авангарда. А вот легкие не помню. Мне кажется, это третий перк уже. Какой получится, четвертый или пятый даже. Там два или три белых, там синий и фиолетовый. То ли четвертый, то ли пятый по счету перк. Нормально. О, и орочи за них. Отлично. Это будет интереснее уже. И что там у них? Кто там у них затесался последний, не вижу. Крайний там. Это этот, что ли? Кинсей. Зато пати сбалансированная. Два авангарда убийца и танк, и у них танк, убийца и два авангарда. Один в один. По этому левелу мы немного превосходим их. А, и по этому. По уровню навыков. У нас третий, пятый, второй, первый. У них первый, нулевой, первый, второй. То есть мы типа... Типа якобы немного круче. Ну, что-то мне терзают смутные сомнения по этому поводу. В Game Pass Among Us добавили. Думаю, я в нее не играл вообще никогда ни разу. Конечно, перехайпленный проект, из-за этого не очень хочется туда рваться вообще. Но раз уж его добавили в Game Pass, я думаю, наверное, все-таки... По контестим немного, посмотрим, как он вообще на Xbox, играбельный, неиграбельный. Сколько там людей в него играбельное, неиграбельное. В общем, посмотрим, что там с ним вообще. Где? Где враг? Почему враг не ворот? А, они Б захватывают. Вдвоем, да, еще соба пойдут сюда. Ну да. Они один. Оп, нет, нету. Заходит отсюда. Ой-ой-ой. А, он без стамины был. Я понял, в чем дело было. Давайте заканчиваем с одним и быстро переключаемся на второго. Боже мой, да остановитесь вы, ну. Что это за шутка такая? Ну, двоих мы успели забрать. Бегом, ребятушки, давайте там. Точку мне отдайте. Да, нормально. Нормально. Хорошо. Меня еще резнули. Красавчики. Отлично, спасибо. Спасибо.
Я буду дефать, наверное, точку дальше. У нас с этим, в принципе, проблем не возникло, поэтому... Постоим, поддержим пока. А, там уже два в один дерутся. Давайте спустимся, поможем. А чё это ты? А, ну все, его догнали уже. Возвращаемся на точку. Там хитрожопый коп. А вот и он. Здравствуйте. Даст нам добить, там не даст. Дал. Смотри как. Куда ты пошел? Тебя кто-то отпускал? Скиньте его кто-то там. Чем там меняется? Блин, мы точку сдали из-за того, что гоняли за ним. Ой, погнали бегом. Если нас здесь не сбросят, накажем их сразу. О, викинг опять наш. До свидания. Ой-ой-ой. Что-то я за стамина это не углядел. Не успел, не успел. Опять не то нажал. Видел еще раз перекинуть и добить потом. Два раза уже отъехал. Причем по глупости. Не, почему? Один раз я отъехал вообще красиво. Я один в три, двоих забрал, и последний добил меня как нелюдь. А вот второй раз по глупости отъехал. Контест с викингом один на один, и отъехать некрасиво, некрасиво. Так, забираем A. Я надеюсь, они там отобьют сейчас C. Кому будем дефать? А мы могли бы, кстати... Ну, к нам уже идут на A, поэтому ничего мы не можем. Опять ты. Опять со своим ГБ. О, началось. Вот это вот. Непонятно что. Ну что, ребята, поехали. Ай-яй-яй. Опять из-за неосторожности отвалился. Ну да, самое главное в этой игре это не спешить. Вот это то, с чем у меня почему-то систематическая проблема здесь выработана. Я постоянно хочу прожать, допустим, два раза подряд хэвик, или два раза подряд гайд, например. Или в дефе, ну то есть, знаете, вот небольшая боязнь того, что там... Ты прожимаешь клавишу, она не сработает. Типа... Куда он поехал? Он спустился или нет? Здравствуйте. Вот. Боязнь того, что ты прожмешь кнопку, она не сработает. И начинается вот это вот, типа... Вот это вот двойное прожатие. Вот это вот. Из этого, собственно, мы там, например, не успеваем парировать. Парируем раньше времени. Вот. Там и так далее и тому подобное. А в этой игре наоборот, главное внимательность и осторожность. Вот за нами идут, смотрите. Пытается выбить из меня стамину. Я вижу, я вижу. Пошел, пошел по комбинации работать. Не, брат. Ты не с каким-нибудь там не успел.
О, это уже наш контингент, наш товарищ. Можем отомстить сразу. Раньше времени. Давайте отъезжаем, отъезжаем, отъезжаем. А, он типа развести меня пытался. Типа, чтобы я на лестнице пошел. Блин, у нас же там квест на добивание. Я дурачок. Противник сломлен. Так быстро. Я не заметил. Сверх внезапно доиграли как-то партию. Надо герб переделать. У меня герб под самураев до сих пор. Ну, точнее, этот оставить и сделать второй просто. А, у них бот уже один там. Кто-то вышел. Обидно. Неплохая игра давно была. Не знаю, что выпрыгнули. О, рождественская рукоять. Интересно, на кого? Явно ж не на приора. Клинок отточенной снежинки. А, нет, да, на приора с кошкой. Фу, ну почему? Так. Не-не-не, не хотел, ну блин. Хотел перерыв сделать, надо было выйти. И бросать их с ботом не хочется теперь, ладно. Пойдем третью. Отыграем, потом уже пойдем посмотрим, что нам там по вещам нападало. И заодно... Поговорим немного. То я пока играю, как-то проговориться не получается. Ребятушки, пишите в чат что-нибудь. Будем работать с публикой. Это вы заходите, смотрите, писать не хотите. Смотрите явно потому что интересно. А вот почему вопросы не задаете, это странно. У матросов нет вопросов? О, интерцептор. Играл уже пару раз с ним. Он, правда, не на приоре играл раньше. Мы даже в дуэли с ним встречались. У нас была серия из 5 игр. Чуть ли не 5 игр подряд. Походу тоже на приора пересел. Вот если бы не бот, меня бы все устраивало. А так что-то как-то... Как-то фу. Уровень выше, чем у врагов, но это понятно. Немного выше, чем, да, чем у союзника одного. Приор на приора приором погоняют. Если будет ПВП приоров, я этого не выдержу. Это слишком тяжело для меня. Я ненавижу вообще в любой игре, ненавижу твинка войны. Отвратительно. Как бы не из-за того, что я по большей мере сливаю зачастую вот эти вот дубли, а скорее из-за того, что ну просто как-то это некрасиво, это неинтересно. Ну то есть это уже делается скорее на соревновательном уровне для того, чтобы выяснить, у кого скилл круче. А вот допустим, вот просто когда играешь, вот приятненько, так по фану, вот как мы сейчас поигрываем по вечерам, да. Неинтересно. Вот сейчас я почти уверен, что я дойду до... Если я дойду до A. А, мы не... А, и здесь. Это C. Ну, пойдем уже, чё ты стал? Думает. Я пойду, наверное, тогда B отобью. А, тут уже наш один есть. А, это бот. А, ну вот да. Короче, я знал, что я встречу приора, так или иначе. Нет? Не хочешь? Он тоже не хочет. Ну, видимо, ему не тоже не интересно такое зрелище. Ну, уступим тогда боту, правда. Что вообще не очень весело. Пойдем туда. Там как раз 2 на 3 сейчас дерутся, походу. Можем сначала точку захватить, потом перебежать.
Опа, бежит. Не успел. Все чуть не творят. Но что это такое? Ничего не успел, не спарировать, не заблочить вообще что-то. Агрессивные какие-то господа попались. Настраиваемся бегом. На самом деле я хотел просто 2 минуты подождать. Переждать. А меня закинуло, я не успел отменить, меня закинуло, и вот... Что там, дружа? Воевать хотел? О, началось. Нет, 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 нет. Это не так работает. Ну какого черта? Во-первых, я ГБ в ГБ прожал, это раз. А во-вторых, опять вот этот выброс за 300 метров. Вообще дичайше раздражает эта механика в игре. То, что тебя могут толкнуть через полкарты или еще что-то в этом роде. Вообще надо выйти их наказать в относительно честном. О, ну вот опять, да. 2 на 2 щемить будут. Такого не ожидал. Да с хрена ли он так прожимается быстро? Какие-то кибербыстрые атаки просто только что были. Там давайте защищаем бегом. Что-то их тут... О, как раз есть возможность перебить мой рекорд. Не будет, я понял. Да. Сбили его. Ну чё сюда все приперлись? Ну, надо voice chat включить в игру. Ой-ой-ой-ой. Вот это самый глупый поступок, который мы могли допустить. Выйти пустым на точку. Еще и против гладиатора. У меня хп-то там было на один хэвик. Я его, собственно, заблочил вначале. Он спарировал. Поэтому он меня лейтами добил там же. Нетерплячка у чувака была. Так, пойдемте точки захватывать. Что-то мы совсем безбожно сливаем. Так, тут никакого контеста нет. Почему не захватывается? Где он находится? А, боже, я думал, тут только эта часть. Дай мне в стойку стать. Ты чё? Посмотри, что он творит. Надо было не хэвиком бить. Надо было сначала сбить ему серию атак, и там, и потом добивать его. Я сейчас вернусь, чувак. Не переживай. Ну нет, ну... Раньше она не могла подойти его ударить, да? Ну, мы уже слили. Я сомневаюсь, что мы сейчас отобьем 2-3 точки у них подряд. Братан, живи! Где второй? Он ушел, типа? Там куда-то резко надо. А, это тамошние точки. Ну, конечно, нам крипы не дадут резнуть. О, началось. Веселье и раздор. Давайте, да, вчетвером забивать вообще отлично. Удивительно. Удивительное поражение просто. Никто этого не ожидал. Ох.
Так, надо в этот раз отменить. Так, давайте мы попробуем успеть еще распределить войска по-быстрому. Защитить. Так. И погнали. Так. Во-первых, меня интересует. У меня клинок, по идее. А, не, у меня. Да, у меня клинок чисто ХП, а у нас выпал вот, собственно, ХП бастион, на котором мы можем как раз таки взять два перка. Ура! Вот мы с двумя перками. Давайте докачаем его уже. Так и быть. Отлично. Так, этих. Ладно, это поставим пока. А этот можем разобрать. И вот мы, собственно, наконец-то с двумя перками. Лезвие прикольно, кстати, еще рукоять выбить такую же. Что-то у нас еще не открывалось. Угу. Неплохой узор, кстати, можем поставить. Погонять. Нагрудник нам выпал. Новый. Его вкачивать нечего пока. Он нам как раз подходит, но его еще так вкачать надо жестко. 105, 100, ну да. Стоит дорого. Давайте будем просто копить пока материалы на него. Как раз отличный способ нам поднять этом левел и не потерять наши пиарки параллельно. Так. А почему нам, боже, я не помню, как посмотреть перки? Вот тут, да, вроде продвинутый просмотр. Вот, описание способности. Вот видите, у нас уже есть два перка. Лекарство, которое был, в принципе, изначально, да, и которое мы дотянули. Это восстановление 10 единиц здоровья при убийстве героя. И мы подобрали уже второй, один из наших основных перков, который носится, в принципе, на бастионе. Ой, на, господи, на априори. Это бастион. Снижение получаемого урона на 10%, если герой находится в зоне или несет знамя приношения. То есть, по сути, да, в нашем основном режиме, там, где мы стоим дефаем зоны, мы будем стабильно, если мы будем играть как раз-таки вот защиты, вот от того, как я вам показывал пару раз сегодня, то стоять на точке и просто защищать ее, мы будем получать на 10% урона меньше, что, в принципе, достаточно неплохо. С учетом того, что, допустим, от хэвика, который дает там периодически до 40, да, до 35-40, 45-47 даже иногда урона, мы будем получать на 4 урона меньше, что в принципе как раз таки нас защитит от вот этих вот неприятностей, когда мы не успеваем прожать рейдж из-за того, что у нас не хватает здоровья. Но то есть по сути как бы это довольно спасающая штука.
Там еще мстительная защита есть, тоже неплохая вещь. Но у нас пока даже вещи не падали. Шмотки не падали на деф. Дает временный щит с 25 единицами прочности при выходе из режима ярость. Вот нам бы это очень помогло, как раз когда вот у нас первая смерть была, когда мы дрались против троих. И вот в следующий раз, когда нас там толпой забивали тоже в ярости. Соответственно, тоже неплохая штука. А вот дальше надо будет смотреть уже. По мере прокачки, когда начнут падать вещи, будем вычитывать и думать. То есть, по большому счету, последний рубеж снижает получаемый урон на 40 при критическом запасе здоровья. Тоже довольно неплохая штука, как по мне. Особенно для тех, кто... Ну, правда, я не совсем понимаю, конечно, как можно играть на приоре плохо, имея уже item level. Это получается у нас под сотку где-то. Вот. Но это полезно, как по мне, все равно. Набор веса увеличивает максимальный запас здоровья на 4 единицы при получении уровня славы. То есть 4 на 4, 16 единиц здоровья он нам даст. Тоже неплохо, но, как по мне, последний рубеж в таком случае получше будет. И новый рассвет — это последний перк. У нас получится набор веса и новый рассвет — это вроде как два перка в вот этой вот... Как правильно объяснить? Зеленый, но это не зеленая ветка, это скорее. Боже, цвет из головы вылетел ужасно. Пу-пу-пу. Морской волны, в общем. Вот. Вот оттуда. И тут у нас возвращает союзника в бой с 75% запаса здоровья. Что, в принципе, как по мне, тоже довольно неплохой перк. Хотя. Вроде как говорят, что за приора есть возможность взять три перка. И вот если это, допустим, лекарство, бастион и последний рубеж, то, как по мне, это вообще идеальный сетап. А вот остальные... Ну, мстительная защита, еще ничего. Можно было бы лекарство, допустим, поменять на мстительную защиту и взять себе бастион, мстительную защиту и последний рубеж, например. Ну, посмотрим, в общем, как они будут дропаться. Опять же таки, дальше там в процессе прокачки, в процессе игры. Глянем. Может, что-то будет там вкусное. Вот. Давайте посмотрим. Давайте, наверное, палача попробуем закончить. Остальные мы навряд ли сделаем. Самураев я просто не хочу сейчас играть. Хотя можно было бы за того же Орочи или Арамуса поиграть немного. Но я сегодня просто не очень настроен на Арамус, поэтому... И убийство гибридом тоже не то. Не то. У нас же правильно, у нас же приор это не гибрид, это защитник. Гибрид это у нас вот Центурион, которого я не брал. Хотя, в принципе, можно было бы. Опять же таки, чтобы знать своего врага в лицо, скажем так. Вот. Гибрид у нас есть и Циарий. В принципе, неплохо, но... У меня просто с персонажами, с двуручными оружиями как-то не складывается вообще в играх. Не то чтобы здесь, но вообще. Вот. Зачинщица. Зачинщица у нас авангард. Вот Грифон у нас гибрид. Был бы Грифон, может быть, я бы попробовал. Но я не знаю, пока есть ли смысл его брать в раннем доступе. Навряд ли. А вот дальше вообще. Посмотрим. Надо будет его потестить просто на тренировке, посмотреть, интересно нам будет или нет. Вот. С 15-й тут у нас 5-й пока. Арамусу 9-й, на Арамусе мы дольше продержались. Но видите, при этом это у нас пока первый персонаж вообще, который достиг у нас двух перков. Это, я считаю, что это победа. Так, в дуэли люди не пошли, да? Даже в бойне уже перестали играть. В штурмах средняя активность. Ну, штурмы длинные очень. Погнали в захваты. В дары вообще никто не играет тоже. Грустно. Вот меня очень печалит. Мне кажется, все-таки ситуация вот
сложившаяся ситуация с онлайном For Honor на платформе Xbox такая печальная, именно из-за того, что в Xbox слишком большое количество игр, в которые ты можешь поиграть там по подпискам. Из-за этого, мне кажется, людей меньше играют, чем на PlayStation, потому что игра, что там, что там, что там, она pay-to-play. Вот, что там ее нужно покупать. И на Xbox просто вариаблов намного больше выходит. Ну, то есть вариация игр в целом. Поэтому выбор Xbox-щиков падает больше на остальные проекты. Обидно. Я же говорю, я вот не знаю насчет остальных режимов, но, например, тот же дуэль я бы вот более-менее систематически играл бы. Я бы заходил в игру, первым делом отыгрывал бы. Деталь для шлема, кстати. Кстати. А, вот она у нас открыта, все нормально. Можем ее навесить, что-то я забываю постоянно. А, вот. Аж забыл, о чем говорил. Блин, такие детальки есть красивые. Даже вот покупные очень даже ничего. Блин, реально красиво. Весы Артемиды довольно прикольные. Они, конечно, не сильно объемные, но снежинки для больших фанатов Джайн и Праудмар. Можно было бы сделать что-то похожее. Ну, конечно, тут бы у нас Джайна была не столь каноничная, но... Зато довольно похоже на ее батлсет. Паладинские такие, символ мрака. Перо Габриэль. Тоже прикольно, тоже ближе к Диабле. Он тоже такое более диаблоидное сокровище. Барсилианда. Вот я вот этих хочу очень. Эзотерические облака. Прикольно выглядит. Я вообще довольно помешан на этом символе. Особенно с учетом того, что он у нас в Ведьмаке третьем. В этом. В интро-видео мелькает. Там, где Йеннифер ворона призывает на помощь. И от него потом падает, собственно, вот такой металлический череп ворона. Круто. Так, ну, приор, ничего не меняется. Погнали. Блин, плохо, что мы на статусе легенды не докатали. Очень плохо. Могли бы деталей нафармить нормально. А так, у нас там детали осталось. Сатен ровно вроде. И теперь апать нечем. И придется много играть. Или сундуки сливать. Ну, сундуки нам многие советовали сливать аж в конце где-то, там где-то хотя бы с фиолетового перка. А лучше даже дальше, там, последним. Там, к оранжевому или... ну, тому, что я называю зелененьким. Бирюзовый, вот, господи, неужели? Вот там вот аж советуют открывать сундуки. Ну, во-первых, потому что даже если вы будете получать, ну, низкоуровневые вещи, вы навряд ли будете получать уже там. А, соответственно, все, что вы будете получать, оно будет приносить вам намного больше пыли. Ну, деталей, пыли. Вот одна из первых систем, где я столкнулся вообще с разбором вещей, это был Хардстоун. Я не знаю, почему до этого я не помню особо примеров. Вот, ну, одна из первых, это был Хардстоун, и там каждая карта, которую ты, там как бы действие это называлось, распылить. И вот она мне так въелась в память, в результате как бы вещи ты пылишь. Поэтому во многих играх я теперь говорю, что разбор вещей называется распылением вещей.
Так, у нас тут тоже приор, да, вождь, приор и два убийцы, орочи и это... Господи, я не помню, как она называется. Вылетела из головы. Против нас. А за нас, получается, зачинщица, орочи и этот как раз новый. Так, все идут на С, мы пойдем на Б тогда. Получать традиционных люлей в начале игры. Угу, один уже есть, сейчас сюда еще минимум два придут. Это у нас приор, да? Какая прелесть. Слышь, что творит, а? Он же негодяй. Рейдж включил, да, все, гу-гу. Чё-то, я же говорю, у нас начало игры всегда какое-то томное, максимально просто томное. Я ни сблокировать не могу, ни спарировать не могу, вообще ничего не могу сделать. Сейчас меня там заплюют. Погнали реабилитироваться немного. Ну, как по мне, реализация во второй половине игры, она лучше, чем гиперреализация в начале игры, да, когда ты выжимаешь себе все соки в самом начале, а потом в конце ты уже такой истощенный, полумертвый, не знаю, заскучавший немного, начинаешь расслабляться и все. И враги как раз начинают разгонять, и тут вот, по крайней мере, в захвате, очень хорошо работает тактика сливать всю игру, а потом в конце просто захватить все точки, немного их там минуту буквально удержать и потом просто выйти по-быстрому наказать врага. Зачастую вот как раз таки все расслабляются, перестают думать и сливают потом на этом. Вот, поэтому важный очень аспект. Мы долго их по одному будем вырезать? Все, ребята, вы мне надоели, я не могу больше. Пойдем. А, и захватили, да? Но они все равно там будут, скорее всего, они будут туда сходиться. Погнали, будем помогать. Они ж не пробегут, по идее, на Си. Ну как там есть, да, вон проходик, туннельчик. Но мне кажется, без Би на Си они не пробегут. Он бежит уже один. Да ну вот, как это работает? Ну дай мне подраться с приором, ну что ты делаешь? Это как? Как мне только что с половиной хп убили? Надо будет потом на повторе посмотреть, я что-то не понял. Может, у меня, конечно, не половина хп была, мне показалось, но у меня было четкое восприятие того, что у меня было пол хп, а потом приор меня просто каким-то образом врезался, и я умер. Непонятно. Пойдемте спросим у него, как он это сделал. Ух, там трое бегут. Четверо. Угу. Я понял, надо сворачивать. Пойдем на Эй. Здравствуйте. Я понимаю, что это подло, но вы там тоже не самым благим делом занимались. Ой-ой. Ой-ой. А, мы стамину потеряли, да? Да ну дайте мне добить хоть кого-то. Ну чё это такое? Приор так же самое пришел мстить, да? В меня без хпшного, я понял, да. С
Справедливо. Я согласен, каюсь. Я нечестно поступил. Опять прибежал, посмотрите на него. Ну, куда он убегает теперь? Да чё они все это... Это ж некрасиво. Дерутся, тогда в спину напрыгивают. Потом убегают. Сами ж в спину прыгают. В чем логика? О, он вон, вождь, бесится. Передумал, походу. Давайте пойдем похилимся. Конец партии уже. Вообще не успел подбивать никого. Неинтересно. Давайте бастион быстрее выхилиться. Прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум. Ух ты, блин. Ну что ты наделал? Чё ты сюда пришел? Тебя просил кто-то. Это, блин, тут это понабегло, задроты. Даже ударить его не успел. Не, на предпоследнем месте еще. Грусть, тоска. Печаль и боль. Ну, главное, пыль падает. И хорошо. На вождя, да. Так, голосование. Вот я сюда. Пока попридержим. Ну, нормально. Тем же составом. Она, правда, перемешается, скорее всего, команда. Ну да, вот у нас теперь два приора. Но, не знаю, плохо это или хорошо. Он вообще без перков. Чувак чисто в этом габл топит. Ну да, это части, в принципе, как бы правильно, наверное, но я не уверен. У него щит, да, хай-левельный, и все? Или ему просто нравится капюшон, это он внешку поменял? Непонятно. Ого. А урон кто будет наносить? Интересный состав. Ну ладно, посмотрим. Не, я, конечно, не берусь утверждать, что Кенсей урон не вносит. А, ну понятно. И теперь против нас хай-левельный урочь. Отлично. Вот пусть наш прокачанный приор идет с ним драться. Джолли Джей. Я в него верю. А я вон с удовольствием подерусь за чинщицы, например. Боже, 49 уровень. Престижа. Это что такое вообще? Это как к нам попало сюда? Да, она суммарно меньше, чем 14, меньше, чем у этого. Но вот и перса, господи, вылетает. Вообще все повылетало из головы. Извините, ребят. О, не, нормально.
Разорвал. Боже, там только что этот эпический крик был. Кто услышал, ставьте лайки. Вы понял, о чем я? Так, Си, Эй, Си, Эй. Кто куда? Эй, ладно, я пойду на Си. Вообще не помню, играл ли на это. А, играл, все. Я просто карту забыл, все нормально. Я уже думал, карта новая какая-то. Вы еще, ребята. Это что? Это что такое вообще? Толпой зажали. Не успел. Я атаку прожал раньше. Первая кровь. Ну, как я и говорил, да, мы сливаемся первыми, все нормально. Не знаю вообще, кому пришло в голову назвать эту игру за честь. За какую честь? Где она вообще? Посмотрел я чемпионат, который проходил вот пару недель назад, с недели назад. Что-то там тоже не сильно пахнет вообще честными боями. Ну и куда ты побежал? Это персонаж с этим левелом оранжевого цвета. Хорош, красавчик. Отстоял, отстоял, не спорю. Не то чтобы красиво отстоял, конечно, то, что он сэкономил и отбежал, но там просто там он выехал чисто на моем тупнике, на том, что я ни разу вообще не спарировал ни одну атаку. Там было бы там хотя бы одно парирование, он бы отъехал просто мгновенно. Че, он съехал, да, отсюда уже все? Мне интересно больше. О! Не понял. О, теперь понял. О, началось. Это что это за татаро? Монгольская ига. Набежали опять. Ну, не... Вот я отчасти понимаю Костю, у которого горит из-за... Из-за того, что толпой набегают, не дают играть, мешают. Ну, то есть, ну, действительно, это не очень красиво. Набежать вот это вдвоем, втроем, встать, начать со спины там разваливать. Я понимаю, что для этого здесь учли систему ярости, да, систему накопления. Да уйди ты к чертовой матери. Вот, но все же, ну, то есть, вдвоем еще ладно, я согласен. Втроем... Да, с одной стороны, стамина быстрее копится, а точнее, рейдж быстрее копится. Смотри, козел. Вот опять то же самое устроили. Как тут парировать вообще что-то? Все опять то же самое. Сложно на зону С выйти втроем. Хотя бы втроем. Все ж видят, что их здесь трое. Вот сейчас опять этот отъедет соло. Это приор на второй. Ну, вот да. О, началось. Давайте викингов хотя бы отключить попробуем. Хотя они не дадут, да, я вижу уже. Не, нормально.
Не успел. Какая оружейная? Кому там нужна помощь? Здесь три человека стабильно находятся на одной точке. Короче, пойдем действительно заберем зону А. Там что-то какой-то бред. Посмотрим, кто там у них стоит. Пойдем. Раздадим по щампам. А, здравствуйте. И куда? Ну что это такое? Ну систематически какой-то идиотский геймплей. О, ну да, приехали. Понимаю. Ой-ой-ой. Я зря вообще попробовал спарировать, там надо было сблокировать и дать сразу лайт, а потом уже начинать серию. Они просто мобильно передвигаются по карте, вот и все. В этом плане они молодцы, конечно. Сейчас смотрите, я только дойду, они отъедут. Ну, отъедет там наш чувак. О, вот ты считаешь, что ты честно поступаешь, да? О, опять началось то же самое. Уродство такое просто. Да. Я бы спокойно двоих здесь забрал. Вообще без проблем. Но так как нам очень повезло просто с гениальной командой. Оценка пропала, кстати, куда-то не могу понять, почему была раньше оценка за бой. Я, конечно, не понимаю, зачем она вообще существовала и добавили на что-то. Но... Ну, зато мы в виде утешительного приза получили аж 4 вещи. А, 3 вещи. И анимашку. Рукоять мятежа... Не нужны на самом деле. На мастера настроения. Капюшон новый. Темный приор символ Феникс. Так, нет, я не хочу с ними играть еще раз. Прям совсем. Давайте глянем еще раз, что там нам выпадало. Рукоять-то новая красивая, в принципе, хотя, ну, такое. Но никакого смысла не вижу ее менять. Ширина мыла. Разбираем. Так, щиты не будем пока трогать. Пусть валяется. Это мусор. Это мусор. Давайте разберем. Мы можем, в принципе, честно надеть. Давайте попробуем его улучшить. Угу. Хватает. Нам надо догнать до 600 оба показателя. И нет, нам не хватило. Ох, и стоимость, конечно. 10, 27. Нам не хватит. Ну, будем ждать, потом наденем новый чест. А, давайте посмотрим, может у нас что-то есть еще попылить.
Наручен. Такое, ладно. Нам все на не хватит, скорее всего. А что у нас там? А, символ же, да, новый. Феникс, который. Вот он. Феникс. Вон, на части не видно, поэтому не вижу никакого смысла его надевать. Блин, хочу. Для разблокировки праздничный настрой, великолепные доспехи или набор парад леденящего ветра. Хочу расцветку. Ну, прикольно, такая серебристая прям. Не серая, она прям серебристая часть. Ладно, ребят, наверное, будем на этом заканчивать. Для тех, кто на Твиче, приходите почаще. Для тех, кто нас смотрит на Ютубе, приходите на Твич. Ну а так, пишите обязательно ваши комментарии, задавайте вопросы, будем вместе разбираться в игре. Возможно, если вы играете на Xbox, пишите свой ник. Будем добавляться, будем играть вместе. Возможно, даже свой с чатом. А так, всем доброго времени суток и пока-пока.